Алексей Яцкевич. Оба они представляют город Минск. Четвертый арбитр Владимир Тащан из Островца и инспектор матча молодечненец Игорь Круг. Состав команды АБФФ У-17. Вот он на вашем. 23-й Павел Шевченко, 25-й Илья Губаревич, Павел Есеенко, главный тренер этой команды. А вот сейчас на ваших экранах уже состав хозяев, конечно. Футболисты Островца и АБФФ У-17. Акатов. Номер 5 играет налево, ну и Овца. Пытается. Заброс от защитника АБФФ У-17. И здесь вот такая вот передача. Надо забивать в этой ситуации, но какой же молодчина сейчас Александр Конев. Прорывается вперед, 7-й номер, и бьет поворотом. Спокойно играет Никита Матысюк. Которые атаку неплохую могут сейчас провести, но читает эту передачу Конев. Удар поворотом и 0-1. 49-я минута. Оказался там первым на подборе футболист команды АБФФ У-17. И неотразимо он пробил вправо от себя и, соответственно, влево от Артема Белого угол. Выходит команда Павла Евсенко. Был погромлен Оршей. 5-0. Подача с углового. Удар поворотом наносит Захар Кондратович. Еще один выстрел. Ой, да, там этот стандарт. Живушка, подача, удар поворотом, вот это да, Денис, и вот такой вот провал с левого фланга, удар поворотом, и как же не забивает в этом эпизоде Дроздович, может Кондратович дальше играть, Семенов бежит, будет ли удар, нет, передача, Бакиновский, выход 1-1, ну и где мяч, он в воротах, как же не повезло Никите Матысюку, 69-я минута, и счет в нашем поединке становится 1-1, выскочил Бакиновский с Матысюком. Ну, вроде бы голкипер там уже исправился-то с этой угрозой. Давайте еще раз посмотрим. Ну вот, вот, замены все-таки сработали. Семенов на Бакиновского, да, там мяч отскакивает, к сожалению. Ну так, на всякий случай вам напоминаю. Итак, штрафной удар. Сильно! И это гол! Вот это да! Ну вот, думалось мне, что этот стандарт может принести успех подопечным Павла Евсеенко. Это и происходит. 77-я минута, АБФФ У-17. Второй раз во втором тайме выходит вперед. А как вот рассмотреть?